Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Кошек, как и собак, нужно воспитывать. Мяукающий друг должен знать, что можно, а что нельзя делать в доме. В этом выпуске мы расскажем вам о самых распространенных ошибках при воспитании кошки. Воспитание кошки непростой, но очень важный процесс. Если мяукающий питомец воспитан неправильно или вообще не воспитан, во взрослом возрасте у него могут развиться серьезные поведенческие проблемы. Чтобы избежать этого, нужно не допускать ошибок при воспитании кошки. Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные из них. Первая самая распространенная ошибка при воспитании кошек – использовать физические наказания. Мяукающие друзья крайне негативно реагируют на любые формы наказаний со стороны человека, поэтому использование физической силы может уничтожить привязанность питомца к вам. Ни в коем случае нельзя бить питомца или тыкать его носом в лужу. Применение физической силы может иметь серьезные отрицательные последствия. Кошка может бросаться на вас или же наоборот прятаться от вас. Кроме этого, животные крайне редко осознают логическую связь между своим плохим поведением и последующим физическим наказанием, поэтому мяукающий друг просто не поймет, за что вы его наказываете. Вторая распространенная ошибка – воспитывать кошку как собаку. Кошка и собака – совершенно разные животные, которые обучаются совершенно по-разному. Например, собака в процессе дрессировки будет ждать вашей команды, а кошка будет игнорировать ваше сидеть и место. Поэтому к мяукающему другу нужно подбирать свой особенный подход. Следующая ошибка – кричать на питомца. Кошка не будет понимать вас лучше, если вы повысите голос. Она только может осознать, что повышение тона означает изменение ситуации. И ваши крики ее скорее напугают, чем чему-либо научат. В результате питомец будет чувствовать стресс и тревогу и начнет вести себя еще хуже. Частая ошибка многих владельцев – вообще не воспитывать кошку. Как и собакам, мяукающим друзьям требуется обучение, иначе ваш питомец не будет вас слушаться. Кошки хорошо обучаются и усваивают правила поведения, если воспитывать их терпеливо. Также не стоит излишне баловать питомца. Кошки очень своевольные животные, их не так легко воспитать. Поэтому, если вы будете позволять своей любимице слишком много, в конце концов она перестанет вас слушаться совсем. Таковы самые распространенные ошибки при воспитании кошки. Помните о них, будучи владельцем мяукающего питомца. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!